Прокуратурой города в порядке надзора за соблюдением и правильным применением законодательства проведена проверка Краснолучского отдела горного надзора, Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики, а также предприятий, учреждений и организаций в части соблюдения ними законодательства Луганской Народной Республики об охране труда. Проверкой установлено, что должностные лица Краснолучского отдела горного надзора допускают нарушения при оформлении документов реагирования. Кроме того, осуществляют ненадлежащий контроль за исполнением данных документов. Также проверкой установлено, что должностные лица предприятий, учреждений, организаций в нарушение статьи 250-251 Трудового кодекса Луганской Народной Республики ненадлежащим образом проводят расследование несчастных случаев, произошедших с работниками при осуществлении последними своих трудовых обязанностей. По результатам проведенной проверки прокуратурой города внесены документы прокурорского реагирования. Также привлечены к дисциплинарной ответственности лица, ответственные за данные нарушения.